Привет, друзья! Сегодня видео будет про переустановку операционной системы macOS. Ставить буду на оригинальный Mac. Если вы не хотите заморачиваться с загрузочными флешками, с загрузочными дисками, то вполне возможно, это видео вам будет полезно. Следите за руками. Ну, не совсем в этом смысле. А дело в том, что нам для этой процедуры понадобится знание сочетания клавиш. Но это не все. Еще нужен будет интернет. Я буду ставить самую последнюю версию macOS, совместимую с моим компьютером. Для этого я перезагружаю компьютер, и в момент загрузки я нажимаю клавишу Option и буковку R. Есть и другие варианты установки. Можно поставить ту операционную систему, с которой компьютер пришел с завода, то есть которая входила в комплект поставки. Или поставить последнюю версию операционной системы, которая была установлена на этом Mac'е. В общем, для всего этого нужно знать сочетание клавиш. И все эти сочетания клавиш я опубликую на своем сайте и в описании к этому видео. Заходите, смотрите, кому нужно. После длительного ожидания на экране появляется возможность подключиться к Wi-Fi сети. Это и позволит мне поставить самую свежую операционную систему прямо с сервера Apple без надобности искать, где скачать установочный образ, и без надобности создать загрузочный диск или загрузочный USB накопитель. В общем, устанавливать мы будем без всех этих лишних действий. После того, как мы удерживали клавиши, на экране появляется привычное меню, где можно найти утилиту для работы с диском, либо какие-то другие программы. Но меня в данном случае интересует установка, и ее-то я и выбираю. Скорость установки в данном случае будет зависеть от скорости интернет-подключения, потому что компьютеру необходимо будет скачать установочную версию из сети и только потом развернуть ее и поставить на вашем Mac'е. Поэтому вполне возможно ждать придется долго. После того, как система закачана и установлена, компьютер несколько раз перегрузится или один раз перегрузится. И далее будут привычные действия по выбору языка, временной зоны, выбора Wi-Fi сети, пароля к Wi-Fi сети и назначения имени учетной записи. По большому счету все, операционная система установлена, ее оригинальный образ прям с сайта Apple, не нужно ничего искать в интернете, качать отдельно. И не нужно выполнять никаких лишних действий, все очень удобно. На этом мое видео закончено. Всем пока и до встречи на канале.